Виктор, пожалуйста. Так у него инфаркция будет сразу, я тебе говорю. Так, а цель какая у нас? Вот мероприятие. А какая с ней цель? Вот и цель. Посмотреть, что внутри. Мы же порежем пленочку да назад. А что там смотреть? Ух ты, какая прелесть. Она пахнет, по-моему, да. Прелесть. Занюхать. Всем дать всем занюхать, чтобы это вот, чтобы это... Мы закуску брали, блин. Она пахнет, да, Андрюк? Согласись. Какие-то химические, физические. Да, что-то не пленка. Гербицид. Так же бумажка. Так пластмасса, видать. Ага. Ты видишь, как я тянусь? Аж стоп подвинул. Я аппаратуру не понял, такой запах. На все это такое. Нет, честно, совсем не кассетой пахнет. Да, совсем не кассетой пахнет. Что-то напоминает, знаешь, может, там не радость. Насколько цена теперь уменьшилась? А, ну. Теперь можно поговорить, да? Она уменьшилась, когда она треснула. Слышь, Сань, теперь не будем неделю мыть руки, потому что в руках держали Колумбию новую. Да. Ладно, 300, бог с вами. Какие распитали? Я вчера держал Колумбию. 300, кто берет? Какую? Зеньки какие-то повылупают на работе. Была 500, стал 300. А где ты, Сергей? Я никуда не денусь. Бачим, никакого цвета пленка. У вас то плитка вечна. Вот она, вот истина, вот правильно, вот распечатать кассету, там покрутить ее. Я ногти срезал. Рыженькая? Нет, нет. Серая, да? Серо-голубая. Так она каких годов, конечно. Нюхни. Она трезвее сразу. Кассета отрезвитель. Ну, на 12 похоже. Похоже. Ну, для тех годов красивая. Так, нет, на рапорте, видишь, Серега, однородная или неоднородная? Дайте как гляну. Так одна есть почти до нового. Серега, тебе надо мобильный сканер. Сразу раз, чтобы сосканировать и на сайт, чтобы можно было, да. Так, Артем, по каналу Интер, правильно? Слегка шероховатый, да, не такая. Давай, ставим Шустер. Передай, чтобы люди помнили. Так везде Джапа написано, смотри, Джапа на кассете. Я тебе расскажу, как она пишется. Можете и лесиса записать. Лента прям благородный винтаж, действительно. Он хорошо пойдет на эту кассету. А что ты так думаешь? Не знаю. Что записать? Как ты думаешь? А как с динамическим диапазоном? Не знаю. Это эмпирическое. Ребята, 10 баксов кому? Зря время не теряем. В этой Колумбии? Да. В этой пленке лежала Колумбия. Мне нравится на американском eBay. Там вкладыши продают. Мне нравится, коробку поставят, народ такой на английский не знает. Так, надо ленточку вернуть. Назад вернуть. Костя, сколько коробка будет от этого балла стоить? 10 долларов, не меньше. Уже ты один продавал на Укра коробку от ТДК за 50. А полиграфия как? Смеялись. Кто смотрел? На уровне. Ну, пахнет, кто смотрел. От Тика бы быстрее ушла, конечно. Какого? Ну, они из гофрокартона. А, это старый? Да.